Привет, друзья, ставим лайк и поехали. Существует истина, что все в жизни довольно просто и выдумывать ничего не нужно. Но иногда на этом пути встречаются люди, которые могут удивлять нас до глубины души. Эту историю рассказал нам один довольно важный господин. Дело происходило во Флориде. Молодой человек как раз перебрался туда с Небраски. Чтобы прожить на новом месте, парень готов был браться за любую работу. Долго не искал. Недалеко от дома находился большой универмаг, все под одной крышей. Именно туда и отправился парень. Когда устраивался на работу, много вопросов не было. Босс только поинтересовался, у него есть ли опыт продаж. Парень сказал: «Да, я работал продавцом в Амахе». Было видно, что молодой человек сразу же понравился боссу, поэтому тот взял его на работу. «Вы начинаете завтра, я спущусь после того, как мы закроем магазин и посмотрю, как вы справились со своей работой». Первый день на работе парню дался непросто, но он все же справился. Босс вечером, как и обещал, спустился к нему проверить, как дела. «Сколько клиентов купили что-то у тебя сегодня?» – спросил босс. Парень ответил: «Один». «Только один?» – удивленно воскликнул тот в ответ. «Наши продавцы в среднем обслуживают от 20 до 30 клиентов в день. На какую сумму ты продал товар?» Парень ответил: $101 237.65. $101 237.65? Что, черт возьми, ты продал?» – поинтересовался тот у парня. Парень спокойно и непринужденно начал рассказывать о своем единственном клиенте. «Во-первых, я продал ему маленький крючок для рыбалки, а затем я продал ему средний крючок, затем я продал ему большой крючок для рыбалки, а затем я продал ему новую удочку. Затем я спросил его, где он ловит рыбу, и он сказал: на побережье. Поэтому я сказал, что ему понадобится лодка, поэтому мы отправились в лодочный отдел, и я продал ему лодку с двухтактным двигателем Boston Whaler. Когда он сказал, что не думал, что его машина потянет все это, поэтому я отвел его в отдел автомобилей и продал ему джип 4х4. Удивление на лице босса не исчезало, он искренне восхищался таким навыком парня. «Парень пришел, чтобы купить рыболовный крючок, а ты продал ему и лодку, и автомобиль?» – поинтересовался босс. «Нет, парень пришел сюда, чтобы купить тампоны для своей жены. А я ему сказал: чувак, если твой уикенд и так испорчен, почему бы тебе не отправиться на рыбалку?» На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.